Номером один. Ну, кстати, Витебская страничка биографии тоже была у Даниила. Он потом, по-моему, Новополоц, Блида. В общем, несмотря на юный возраст, тоже уже успел поколесить. Ну и вот бросок, и сразу же 1-0. Вот так Шахтер наказывает за глупое удаление. И очень здорово касание, бросочек. И над плечом умирали Шахтеры. Естественно, игру молодого голкипера. Ну и здесь все здорово получилось. И Андрей Феклистов вторую игру к ряду уже появился. Так, 88 номер так раскатывается. Куда? Под синюю пошел, в чужую. Ну а здесь Ковалевич на скорости. И Брикун! Нет, 1-1. Владислав Ковалевич очень быстро возвращает должок Шахтеру. Смотрите, как проходит шайба, а? Еще и в ближний. Вот так. Ну, не знаю, наверное, стал валиться раньше времени, что называется, Брикун. Но... И опять передача, бросок в касание, мимо. Житких был очень близок к тому, чтобы вторую отправить за спину Мытнику. И опять посмотрите, какие моменты. 2-1. Да, зажали Шахтеры, и Стефанович 2-1. Нельзя сегодня удаляться Витебску. Второе удаление тут же. Вторая шайба, и опять даже минуты не поиграли. Ну, смотрю, Нарколов пошел разминаться. Да, Мытник поехал на скамейку, а Нарколов на лед. Заломай. Перевод, бросок, мимо. Опять, да, через Заломай. Житких, пока в углу. Малиновский, Заломай. Пока одну и ту же, да, вещь. Крутят, и докрутили до третьей шайбы. 3-1. 3 из 3. Нельзя ведь удаляться. Все очень и очень просто. Моментально. Смотрите, как здорово. Оп. И все. На экваторе основного времени. Ядроец выиграл вбрасывание. Бросок. И как она залетела. 3-2. Мама дорогая. А там, наверное, рикошет все-таки был. Брикун даже не понял, как это случилось. Вот вам и статистика. Любая. Смотрим. Слепцов. И опять Брикун. Вот здесь уже Игорь свое мастерство продемонстрировал. Слепцов. Еще бросок, и 3-3. И что здесь творится? Посмотрите. 3-3. Выдыхает витебский болельщик. А вы говорите, ничего еще в этой серии близко не ясно. Что там, Ковалевич в авторах? И опять, да, простой бросок от защитника, подставление. Один там разбросал троих. Серафимович пытается найти чистый лед, выйти. 4-3. Как она зашла, я вообще не понимаю. Она там перепрыгнула через плечо. У Брикуна и 4-3. 3-0. Витебский период выигрывает. 3-0. Такие камбэки. Смотрите, раз, и опять там. Серафимович. Оторвался. Опять Танкевич. Танкевич под бросок партнеру. Штанга. Шахтеры радуются. Он говорит о том, что там забросит. Здесь вот, смотрите, есть чистый лед. Падение. 2-1. Витебск убегает. В меньшинстве. Ероха поддержит атаку, и 5-3! И 5-3! Вот так наказано. Пошли смотреть. Да, смотрят на предмет пересечения, да? Смотрим на повторе. Бросок и... Не с этой точки смотреть надо. И даже не с этой. Сверху смотреть надо. Вот. И 4-4. Не будет 5-3. 4-4. Пока у борта.
Имбатов там маханул мимо, и 5-4. Шахтер все-таки забивает эту шайбу. И опять Стефанович. Злой гений Витебска. Да, какие вопросы к вратарю? Вопросов нет. Алистров отдал. Стефанович забросил. 5-4. Ну и все на этом. Классный матч, который заканчивается победой Шахтера. 5-4. Чего тут только не было. Проще взять и еще раз пересмотреть этот... Прощаемся мы со зрителями Ясное ТВ. Ну и скоро-скоро, может быть...